Всем привет! Сегодня я приехал в один из многочисленных парков Стокгольма. Находится на острове Юргорден. Сюда можно добраться к примеру, на 7-м трамвае. Этот трамвай идет через самый центр. То есть очень просто добраться, максимум минут 10 от центра до сюда. Правда, не все туристы сюда добираются, потому что как бы они выходят в основном раньше. Это Скансен, это Гренелунд. Там много чего посмотреть, музеи, природа и все что угодно. Поэтому многие задерживаются там. Те, которые приезжают на 3 дня, они просто сюда не успевают добраться, а многие даже не знают. Вот сейчас, видите, регата проходит вон там вдалеке. Эти парусники идут, которые я вот сегодня с утра начинал снимать старт. Передают контрабанду. Сейчас покажу карту. Так, вот он, этот остров Юргорден. Я сейчас буду шастать вот в этом районе. Ага, вот я ехал с центра на трамвае, и вот конечная остановка. Сейчас я здесь нахожусь. А дальше вот так разворачивается и уходит обратно в город. А сейчас пойдем вот так и как-нибудь вот так вот. Ну вот, входим мы на территорию сюда. И что-нибудь будем снимать. Сейчас мы наблюдаем очередную группу парусников, которые отправились на регату. Сейчас идут по маршруту в сторону острова Сандхам и оттуда к острову Висби.
Это я по плану смотрел у них. Вот они сейчас уже под парусами. И вовсю, значит, вовсю и со всех паров туда стремятся прийти первыми. Присел вот в таком красивом месте. Я сегодня взял лунч из дома. Это уже проверенная пища. Запить. Тенек, не жарко. В принципе, сегодня как бы 17-18 тени, но на солнце припекает. Поэтому сел в тени. Сейчас это перекушу немножко, то уже что-то есть захотелось. Пойду дальше по этому парку. Я тут сижу на лавочке, завтракаю. Пошла вторая или уже третья группа парусников. Похоже, хороший ветер. Так наклоняются сильно, достаточно. Или на обгон пошли, маневрируют. Кто-то чего-то крутит. А, галсы меняют, да. Ух ты, как интересно. Прям боком, можно
Села в этом месте. О! Взяла вот такое земляничное мороженое. Находился сегодня километров, ну, наверное, 10 уже прошел. Сейчас хотел сесть, тут как раз причал был, на паромчик и вернуться обратно в центр. Ну, думаю, все-таки я добью этот маршрут. Сейчас выйду к каналу, и поэтому вдоль канала буду возвращаться обратно. То есть я всю нижнюю оконечность, южную оконечность острова Юрборден прошел. Сейчас от канала пойду уже по северной оконечности и опять в сторону центра Стокгольма. Thank you.
Так, надо присесть немножко, передышать, передохнуть. Дошел до канала, сейчас пойду обратно. Все, иссяк я сегодня ходить. Вот, перешел мост. И сейчас на первой остановке, или на конечной остановке здесь, в Юргордене, подбуду автобус и поеду на Т-Централь, самый центр. 69-й автобус подходит. Очень удобный.